Всем добрый день. Нужно установить подоконник в новостройке. Подоконника тут нет. Делается это очень несложно. Сначала очищаем от пыли и прочего мусора то место, где устанавливается подоконник. Делаем это вот так вот. Очищаем, чтобы все было ровно. Здесь, в принципе, будет пена, поэтому она все компенсирует. Вот. Дальше, значит, нужно вытереть эту пыль отсюда. Затем это место, после того, как мы очистили, мы это все грунтуем. Кто-то водой делает под пену. Я вот грунтую. Я думаю, грунтовать тоже можно. Вот так можно установкой подоконника сэкономить некоторые деньги. Ну, не очень большие, но у кого их совсем нет. Вот, отгрунтовали, значит. Вот. У меня тут есть такие вот уже пазы. Вот такие. Дальше непосредственно берем сам подоконник, подгоняем его под мер проема, под этот вот. Обрезаем как нужно. Чтобы он стоял у нас ровно, подкладываем. Такие вот деревяшечки, или что под рукой есть. И уже на это примеряем, как бы, как встанет подоконник. Вот, и контролируем его с помощью. Контролируем его с помощью уголка, чтобы нас устраивал угол его наклона. Собственно, не падал ничего. Дальше берем, снимаем его и мажем там пеной. Мажем пеной аккуратненько. Потом, когда помажем все это пеной, ставим уже подоконник на эти палочки ровно. Как у нас подобно, мажем пеной под ним. Так вот намазали пеной. Вот, пена вылезла. И сверху поставили что-то тяжелое. Там вот у меня бадья с грунтовкой, дрель, шуруповерт. Можно банки с водой ставить, 5-литровые. Вот, и так отдать ему засохнуть. Он так засохнет, будет вот ровно стоять. Вот подоконник у нас установлен почти что. А потом замазать вот эти вот проемы тихо раствором. Ну, я замазывал ротбантом. Вот. Ну, поскольку я не профессиональный строитель, у меня, конечно, есть огрехи и дефекты. Вот. Но мое качество меня устраивает. Вот. Ну и небольшая экономия денег. Собственно, вот такой небольшой подоконничек.